умеют держать удар. 7 медалей привезли ивановские спортсменки с первенства ЦФО по боксу. 4 награды – золотые. Соревнования проходили в Красноармейске Московской области и собрали почти 150 боксеров. Наш регион представляли 10 спортсменок. Эти соревнования были очень напряженные, потому что я ездила одна с ними, и надо было каждую уделить время, каждую секундировать, каждую подготовить, психологически настроить. Были и слезы, и радости, и слезы счастья. На соревнованиях девчонкам пришлось провести несколько боев, почти без перерывов на отдых. Снежана Ершова, обладательница свежей золотой медали, занимается боксом уже почти 7 лет, не пропускает ни одной тренировки, успевает и хорошо учиться, и завоевывать награды. Признается, прошедшие состязания выдались непростыми. Очень сложно совмещать школу и тренировки, потому что между ними очень маленькое расстояние, и на отдых отдается очень мало времени. У меня было два боя, и из них, я считаю, самый сложный был первый, потому что девочка попалась очень физически развитая, и когда я с ней боксировала, она почти даже не уставала, и очень сложно было ей боксировать. Удар у этих девчонок поставлен на отлично, но секрет успеха не только в этом. В боксе важно все – и скорость реакции, и ловкость, и тактика боя, и умение оценить противника. Каждому, рассказывают спортсменки, свой особый подход. В боксе очень важно вовремя увернуться, правильно ударить, вовремя уйти, если нужно. Так что очень все важно. С разными соперниками по-разному. С высокими ты боксируешь на дистанции, ну, сближаешься, вот, подходишь к ним. С высокими ты боксируешь как бы тоже на дистанции. С низкими ты боксируешь как обычно ты боксируешь. Сейчас девочки активно готовятся к чемпионату России, до которого осталось меньше месяца. Спортсменки тренируются каждый день, кроме воскресенья. По словам наставников, у ребят есть все шансы выйти на мировой ринг. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.